Следующим шагом после приобретения сплит-лицензии является покупка сплит-контракта. В этой инструкции мы покажем, как купить сплит-контракт за Ultima. Авторизуйтесь на сайте DeFiU. Проскроллив страницу вниз, вы увидите список доступных к покупке продуктов. Чтобы купить сплит-контракт, перейдите на вкладку «Split Contracts». Выберите подходящий вам контракт и нажмите на кнопку «Purchase» – «Покупка». Откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать способ оплаты. Выберите «Ultima», подтвердите согласие с условиями, поставив галочку, и нажмите на кнопку «Purchase» – «Покупка». В открывшемся окне будет указана сумма в Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакций с мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую видите на экране. Дождитесь оповещения об оплате. Готово! Вы приобрели сплит-контракт. После покупки контракта вы увидите, что значения на виджете Split License Usage в вашем дашборде изменились.